мы уже вышли в школу, Илюша идет, прочитает, что куртка его не нравится ему. Он не любит теплые куртки. Да, Илюш? Он идет злой. Конечно, зайка. Так что у нас видели, да, погодка? Но сегодня, кстати, тепло. Тепло, ну, градусов, наверное, 12-13. Вот. Я в этом пуховике вообще такая тетя-слон. А послезавтра у нас будет снег. Посмотрим, будет снег или не будет. Вот видите, как он идет. Все ворчит, что куртка ему большая. Как папа наш. Не любит большие куртки. Я, кстати, иду на рынок за продуктами. У нас ни хлеба дома, ничего нет. Хотела в город поехать, но не знаю, завтра, наверное, решила поехать. Я уже сходила на рынок, девчонки. Отнесла сумки, переодела куртку, потому что мне безумно жарко. Вот. А сейчас иду на Валдес. Там Тёмины подарки пришли. Игры пришли, кое-что еще. Короче, хочу сегодня все забрать, спрятать, пока Тёмы нету. Так, ребятки, я уже пришла. Сейчас покажу, что я на Валдесе купила. Купила вот этот бальзамический уксус. Не уксус, соус бальзамический. Это со вкусом апельсина взяла. Знаете, вот когда на хлеб вот так жж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 
дальше. Я взяла 5 коробок Немо. Взяла подводный мир. Взяла удивительные животные. Мои дети с ума сходят. Очень мы любим играть. Пернатый мир взяла. Тёмка попросил космос. Он говорит, мам, у меня в садике есть, возьми космос. И взяла флаги. Флаги я больше, наверное, для себя взяла. Я сама плохо знаю флаги. Будем с ними учить. Вот. 5 коробочек. 5 коробочек где-то 1000 рублей стоят. Вот. Так что, ребят, вот такое взяла Немо. Дальше, это начинаю подарки потихоньку покупать. Тёма выбрал вот эту Infinity Nada. Он еще вторую выбрал, но что-то вторая мне не очень понравилась. На внешний вид Валберса. Поеду, наверное, завтра куплю в магазине в детском, в другом. Надо уже спрятать. Взяла вот эти шоколадки, только взяла с этим, с клюквой. Дальше, девочки, Тёме взяла Уги. Потому что в садик утром идти удобно. Они не очень дорого стоят, они очень теплые. Он одел и пошел. И когда они кожаные, они не протекают. Вот, взяла 2,5, по-моему, они стоят. Ну, классные. Что еще? И взяла у него послезавтра фотосессия в садике на выпускной альбом. Хочу, чтобы был красивый. Купила вот такие новые вельветовые коричневые штанишки. И вот такую кофточку. Сейчас год тигра. И он будет вот такой. Это Манго Kids. Вот такой красавчик у меня будет. Светленькая кофточка у него будет. Они в садике там такие мокрые всегда. Потому что бегают, скачут. А это такая легкая кофточка. Будет вот такой красивый. Как раз Уги, видите, под... у него коричневая куртка. Вот такие вот. Вот такой заказ. Сейчас пойду из продуктов покажу, что купила. Из продуктов взяла огурцов. По 220 огурцы. А те, которые я люблю, вот эти пупырчатые, эстафета, по-моему, они называются. Девочки, уже 360. Дальше. Капусту взяла. У меня фарш размораживается. Сегодня быть голубцам. Свежие молочные колбаски взяла. Сыра взяла. В этот раз что-то мне ламбера захотелось. Ламбер. Взяла. Масло я беру бутербродное. Вот этот у меня всегда есть. Пельмешки варю, когда с супчиком вот такую штучку добавляю. Дальше любимый альметы мой. И вот эта колбаса хорошая, вкусная. Блин, опять названия нет. Девочки, она какая-то белорусская. Хорошая колбаска, прям нравится Максу. Зелени взяла, молочка и Тёминого любимого сыра. Все, сейчас у меня посуда мойка включится, убираюсь. Мандарины у нас, видите, стоят. Я не знаю, когда надо, кстати, в вазочку добавить. Так, я уже приступила. Что-то у меня такое чувство, что что-то пиликает. Так, приступила к готовке, девочки, голубцов. Вот. Голубцы у меня... одна варится капуста, одна уже сварилась. Фарш делаю смешанный, туда рис, кинза. Приправы и true лук сюда еще, чтобы посочнее фарш был. Вот. И буду крутить голубцы. Сейчас эту уже доварю капусточку.
поставила варить. Девочки, сделала голубцы, немножко капусты положила и сделала тефтельки, потому что у меня мальчишки любят вот такие вот, без, скажите, без капусты. И сейчас сделаю зажарку попозже, ну, сейчас, когда уже будет практически готово, зажарочку сюда сделаю, лучок, морковочку, и все, и залью сюда, и будет очень вкусно. Я так люблю, я не люблю жирные сильно голубцы, люблю именно вот так готовить. Кстати, я очень люблю голубцы, а Макс у меня не очень любит. Но, знаете, выбирать не приходится, будет есть, что есть. Все, голубчики у меня готовы. Очень такие ароматные. Ребят, видите, вот такие. Все, теперь с ужином и разобралась. Тёмку забрала, девчонки, смотрите, какой красавчик. Покажи штанишки. Ой, штаны просто обалденные. Повернись попкой. Вот так. Очень красиво. И уги, кстати, мягкие, теплые. Залез на подъеме тоже хорошо, а то я переживала. Снимай, снимай. Они жаркие, да, девочки, такие теплые. У нас сегодня такой ливень, мы с Тёмой пришли мокрые. Я еще вышла, не было дождя, ну, как обычно. Зашла и за ним выходим, и ливень пошел. Ой. Давай. Чё? Логопед был сегодня? Да. Был? Да. Серьезно? Да. Ну, молодец. Ну, красивый пойдешь, да, в кофточке в этой? Будешь фотографироваться, будешь прям очень красивый. Там же вот на садике логопедин. Новый логопед? Нет. Новый мальчик. Новый мальчик? Как зовут, как зовут его? Я не помню. Ну, ладно, давай раздевайся. Мама голубцы сделала. В город приехала. Смотрите, какие красивые у нас елочки здесь стоят. Жалко, они долго у меня не простоят. А сколько вот эта елка? 7. Так, ну что, ребятки, я доехала до города, Макса поймала, говорю, вези меня. Я хочу швабру купить и Тёме арену на Новый год. Купить и спрятать ее. Сейчас зайду в Хофи куплю себе. В Кичиленде не хочу больше покупать после этих кружек, которые меня, знаете, расстроили. Я вторую кружку тоже выкинула. Красивые в Хофи вот эти тарелочки, смотрите, мне нравятся. Ой, они разные. Красивые. Новогодние. Еще вот, смотрите. Красивые. Тоже классные. Взяла вот такую обычную сумму. Недорогую. Ну как, она из тех, что была, самая дорогая. Девчонки, потому что мне небольшое пространство, но швабра нужна уже. Мне под кровать детскую тяжело залазить. Вот, сейчас пойду Тёме подарок покупать. Сейчас эту машину отнесу. Купила я Тёмке подарок. Блин, дорого, но ничего. Новый год. Я всегда им говорю, что в Новый год пусть выбирают, что хотят. Надо сейчас это спрятать. Где мой муж? Он пошел какие-то велосипеды смотреть. Шли за едой. Смотрите, в перекрестке акция. Взяла себе шампанское. Вот смотри, Макс. Домики. Пряничные домики новогодние. Девочки, взяла, кстати, этот, тут и скидка на эти, на креветки взяла. Приехала домой, ребят, Тёме сейчас подарок нужно спрятать очень хорошо. Купила ему вот такие классные эти волчки, у него еще один набор и этот. А с Серёжкой вообще пока не знаю, ну так, примерно представляю, что. У нас, кстати, распогодилось, погодка хорошая. Так, мы уже дома, ребятки.
Смотри, докупила веточку. Кстати, в Хофе сейчас на них распродажи. Они были подороже, они по 500 с чем-то, по-моему, были. Я за 200 рублей купила. У меня, знаете что, у меня с прошлого года две веточки. Я сюда засунула лаванду. И меня она не нравится, мне эта лаванда. Я именно хотела новогодний букет. Я сейчас сделаю. Уберу лаванду. Две же не ставят, и пришлось лаванду засунуть. Вот, сейчас сюда поставлю вот эту. Вот. И вот так уже будет новогодний букет. Правда же красивее будет, чем с лавандой. Вот так. Вот. Во, вот так. Вот так красивше. Так, купила шампанское. Прикольно, мне так оно давно нравится. Я все не могла купить. Ну, как бы, я его не пью. Вот, нет, я могу выпить. Но на Новый год я выпью его. И мне кажется, прям красиво будет смотреться, правда? Вот это вот. Кстати, ее можно снимать и на другие бутылки одевать. Купить какое-нибудь дешевое шампанское и одеть мартини. А еще я себе купила мартини. Девочки, к Новому году я готова. Я взяла маленькую бутылочку и шампанское. Потому что я не любитель других алкогольных напитков. Я вот любитель мартини выпить могу, шампанское. И вот это мартини я люблю. Сок, лед, сок апельсиновый или что-нибудь такое. И очень вкусно. Так, дальше. Я зашла в Левгош. Я сегодня была очень быстро, потому что я была не одна. И снимать как бы особо у меня времени не было. Девчонки, буду рассказывать. Зашла выбирать тушь. Хотела себе пудру. У меня нету пудры. Я давно хочу пудру. Выбирала, хотела себе Шанель. Но опять подошла продавщица и отговорила. Говорит, возьмите Estée Lauder, она лучше. Она такая бархатная. И, короче, я взяла Estée Lauder. Вот посмотрю. Так она мне нанесла, мне понравилась. Вот такая вот. Estée Lauder. Девочки, еще хотела духи понюхать. Я же хотела вот эти Валентина себе взять. Блин, а как тут открыть эту спонж? Блин, что-то у меня мозгов не хватает. Так, я хотела себе духи Валентина взять, но я вам скажу так. Я начала нюхать там. И знаете, что мне понравилось? Том Форд. Он, конечно, на порядок дороже, но аромат бомбический. Вот, и я подумала, что, может быть, потом я поеду без Макса, вот, и сделаю себе подарок, Том Форд подарю, девчонки, не знаю, посмотрим, это я так думаю, так, я хочу посмотреть пудру, так, ну, я вам скажу, правда, она бархатистая такая. Я без пудры зимой не могу. Хорошая пудра. Мне нравится, девчонки. Хорошая. Так, пудрочка у меня есть. А то у меня не было пудры, я так расстраивалась. Вечно я мажусь. У меня есть пудра, но она уже старая. Короче, я себе сделала. Estée Lauder 2 с чем-то она стоит. Пудру я хотела. Так, что я еще купила? Мы зашли в Перекресток, я взяла вот эти штучки, у них всегда хорошие, свежие. Видимо, их в магните у нас не найти. Вот, завтра сделаю чебуреки. Взяла, акция была на красную рыбу, взяла две штуки. Сейчас же Новый год впереди, начнутся вот эти бутерброды, вся вот эта вкуснятина. И честно вот вам скажу, Макс тогда посолил вкусно все, но как-то по-другому. Еще я взяла вот такой сыр пармезан. В магните тоже почему-то он не продается. Я его люблю в пасту добавлять. Пиццу нет, в пасту. А еще Тёмка у меня любит макароны. Сварю, и он уже, видите, потертый. О, люблю. Так, и взяла вот это молоко себе. Кофе пить. И вот такой носочек. Сейчас вот сюда на дверь повешу. Красивый. Новый год же. А еще креветки. Креветки... По акции по 500 рублей они. По 500. Королевские.
Кстати, я неправильно их жарила. Я знаю, что я неправильно жарила. Девчонки мне написали: Оля, зачем ты все вместе? Их нужно отдельно жарить. Девочки, отдельно, я знаю. Отдельно их жарят именно на салаты. А тут они как бы, я их просто разогрела, чтобы поесть. На салат, да, их нужно просто вот так обжаривать с двух сторон. Естественно, я их чищу, когда уже ем. Но когда делаю пасту, в тот раз мы просто ели. А желудок все мы вытаскиваем, конечно. А когда пасту делаю, я их уже вареные чищу, обжариваю потом. Ну, короче, у меня целая система. Взяла, привет. На Новый год сделаю вкусный салат какой-нибудь с креветок. Короче, я потихоньку затариваюсь к Новому году, знаете. Потом, вот сегодня мы поехали, уже пробки. Начнутся эти дурные пробки сумасшедшие. Не захочется никуда выезжать. Так что с Тёмой у меня решены вопросы. Я ему купила вот еще одну Infinity надо. И вот эту большую Infinity надо. Он уже с подарками. Все. Илюша, девочки, не будете смеяться. Он мне заказал. Мы, короче, как решили с Илюшей. Он хотел у меня приставку PlayStation 5. Честно говоря, сейчас их в России очень тяжело найти, потому что... Во-первых, перекупщики остались только. Они стоят 50-60 тысяч приставка. Но меньше 100 тысяч вы сейчас не найдете ее нигде. Потому что вот так сделали. Подняли цены, потому что перекупают магазины, продают, короче. А вот в этих, где в М-видео, их нету нигде. Вот. И Илюше, я говорю: Илюш, давай договоримся так. Короче, мы с ним договорились, он вот хотел приставку. Девочки, он играет в одну игру раз в неделю. Я говорю: Илюш, зачем такие деньги выкидывать? Давай к лету, вот сейчас хорошо закончишь, отучишься, и мы лучше купим классный, крутой компьютер. Ну, уже полностью соберем его со всеми его штучками. Может, какой-нибудь игровой. Меньше 120-130 тысяч не найти. Я говорю: Илюш, давай так поступим. Зачем эта приставка нужна? И, короче, он говорит: да, мам, давай так. И мы договорились с ним, что вот этот крутой подарок мы купим ему к лету, вот этот весь соберем компьютер. Почему сейчас я не хочу ему покупать? Потому что учебы не будет. Вот. И я решила, сейчас как бы ему в третьем классе необходимости доклады печатать нету. Я говорю: давай так. И он из-за этого как бы сейчас, знаете, особо не знает, что он хочет. Он лего-шмега, он уже не играет. В итоге я ему заказала щетку зубную, вот эту вот электрическую. Ну, Тёме я тоже заказала. Это будет подарок от бабушки с дедушкой. Потом я им заказала крутые боксы со сладостями тоже. Илюша захотел именную ручку. Именная ручка с Илья написана. Тоже на Балбисе, она там стоит 500 рублей. Вот, что-то я еще... И я заказала ему колонку. Вот эту Алису. У нас ее нет. Ну, пусть, думаю, музычку послушает, будет включать, что-то спрашивать у нее. Заказала. И все. Ну, как бы хватит. Он хотел кроссовки. Девочки, не могу нигде найти, только заказывать с Америки, но это долго ждать. Вот эти Джорданы, я думаю, вы слышали. Я ему сказала: давай чуть позже. Сейчас зачем они тебе нужны зимой, эти кроссовки? Тем более такие дорогие, на улицу ты в них не пойдешь, в школу ты в них не пойдешь. Давай уже, говорю, когда погода будет классная, будем покупать тогда и костюмы, и кроссовки, купим. Вот. Короче, я такая мама, знаете, разубеждаю, внушаю, ну как надо, правильно? Вот, ну Тёму не переубедить, он хочет их, ну пусть. Девочки, я радуюсь, что у него есть игрушка, в которую он любит играть, потому что он как-то прошел у меня, не было так, как с Ильей. У Ильи все мультики, все робокары, все вот эти вот щенячьи патрули, все было. Мы его заваливали игрушками, потому что все они у бабушки, эти игрушки. Сейчас он вообще не играет, он даже лего не играет. Девочки, вы видели, мешки лего мы отдали. Короче, я говорю: Илюш, давай не будем тратить деньги, а поступим вот так, умно и разумно. Так что, ребятки, сегодня у меня что еще? Швабру я купила. Я купила недорогую, за 800 рублей, мне для моей однушки это швабра, и вот так хватит. Просто у меня сейчас получается под кроватью у Ильи очень тяжело руками мыть там. А моя швабра сломалась, и я сегодня наконец-то поехала, купила такую самую бюджетную, как бы. Ну, она из тех, что была, самая дорогая. И буду мыть сейчас полы. Сейчас все разберу и пойду мыть пол. Мои мальчики уже пришли домой. Клеют себе какую-то страсти, мордасти. Илюш, да не клей ты, потом они не отмываются. Я им сегодня пончики купила, они чаек пьют с пончиками. У нас прям морозно, да, Илюш, на улице? Прям мороз такой, холодно. Девчонки, с нетерпением жду завтра, на самом деле. Как думаете, будет снег, пацаны? Вы что думаете?
Нет, там 80% стоит. Тём, как 80 ты? 80 на 20. Ну, ты как ты считаешь, да или нет? Я надеюсь, да. А Тёма? Нет, да, не будет? Тёма у нас не верит. Тёма, как называется, не пессимист, да? А ну, покажи свой танец. Краковяк. У нас так хорошо дома, уютно, тепло, вкусно, да, мандаринки. Поиграем, давай уроки сделаем и поиграем. А мало задали? Ну, мы сейчас с тобой быстро сделаем и поиграем, да? А на сегодня я буду заканчивать, ребят. Всем спасибо, что были с нами, подписывайтесь. И много-много интересного, особенно Тёма. Девочки, видели бы вы, как он играет, когда он проигрывает? Для него это просто, как сказать, беда. Мы Да, как будто корову проигрывает. Мы боремся с этим, но пока безрезультатно. Ну, на сегодня все. Всем пока-пока.